Церемония памяти Вадима Козина, великого поэта, вокалиста и композитора, прошла сегодня на Марчаканском кладбище. Почтили память выдающегося музыканта жители Магадана и работники музея-квартиры Вадима Козина. Магаданцы возложили цветы на могилу музыканта и вспомнили о достижениях композитора. Сегодня канун даты смерти Вадима Алексеевича Козина, нашего земляка, который большую часть жизни прожил здесь, в Магадане. Композитор, певец в первую очередь, поэт, человек, который пел для Магадана. И сегодня в городе работает музей Вадима Алексеевича. И многие гости нашего города считают за честь прийти, познакомиться с творчеством опального Орфея, как его назвали в свое время. Ну и для нас это тоже сегодня определенная достопримечательность. Траурная церемония памяти великому музыканту Магадана завершилась звоном в колокол на могиле Вадима Козина. Руководство областного центра Колымы заявляет о необходимости признания места захоронения музыканта объектом культурного наследия. В связи с этим в следующем году будут проведены необходимые реставрационные работы.